Здравствуйте, дорогие зрители! На этом канале мы с вами учимся считать калории. Эти видео сняты для того, чтобы научить видеть, сколько примерно калорий находится в еде невооруженным взглядом, то есть без использования весов, таблиц и приложений. А в данном видео разберем калорийность таких продуктов, как Том Ям с морепродуктами, коктейль Цитрамон, а также Липтон Грин Ти. Начнем с томьяна. Вот он, мой самый любимый суп. Он состоит из куриного бульона, кокосового молока, тигровых креветок, кальмаров, шампиньон, помидор черри и риса. В этой тарелочке 400 килокалорий. Неплохой перекус. Идем дальше. Коктейль Цитрамон. Этот напиток я не рекомендую к употреблению тем, кто хочет похудеть, так как вот такой вот бокальчик содержит 220 килокалорий. И последний продукт в этом видео – Липтон зеленый чай. Во всей этой бутылочке примерно 150 килокалорий. Тут 500 миллилитров, то есть 2 стакана. Если выпить только половину, один стакан, то выйдет 75 килокалорий. Приемлемый калораж. Ну а теперь, как и во всех видео, заучим калорийность разобранных продуктов.